Донецкой филармонии. Ну что, отворачиваемся от барабана, не ищем свою фамилию. Достаем билет, спасибо. Итак, Шевченко Татьяна Витальевна. Номер телефона написан разборчиво здесь. Это ваш билет, отдавайте его комиссии, и вы станете обладателем сувениров от Донецкой государственной академической филармонии. И, конечно же, наши аплодисменты вам. Первый победитель у нас уже есть. Итак, Власина Анастасия Вячеславовна. Номер телефона написан разборчиво. Это вы? Вперед за подарком! Итак, дорогие друзья, а вот мы и столкнулись с тем, что не до конца выполнены условия акции. Здесь указаны только имя и отчество. Вы Валентина Прокофьевна? Да, я Валентина Прокофьевна. А ну назовите свой номер. 55-65-65. Нет, не суждать. Неправда. Давайте поаплодируем, дорогие друзья. Человек торопился к розыгрышу, ей еще надо успеть на последний автобус на Щетинина, но хотите. Итак, Дорошенко Ольга Михайловна. Здесь? Здесь, Ольга Михайловна, держите ваш билет, отдавайте его комиссии. Итак, обладателем второй коробки конфет «Любимый город» становится Романенко Надежда Михайловна. Вы здесь? Держите ваш билет, отдавайте комиссии и получаете свой законный подарок. Итак, Черкасова Тамара. Без отчества, поэтому все на решение комиссии. Вот здесь вот посмотрим. Ну, опять же, здесь сокращенно только инициалы. Боева ТВ. Пожалуйста, билет, проходите в комиссии. Тихонько. Позволите? Короленко Валерия Владимировна. Здесь? Выходи! Это помощница с первого тура, дорогие друзья. Тем более достойно аплодисментов. Герасимова Л.И. Это вы, да? Ну, здесь опять только инициалы, поэтому передайте комиссии билет. Спасибо. Ой, ну тут, дорогие друзья, я надеюсь, что этот человек находится сейчас здесь, потому что здесь есть очень хорошая приписка, помимо фамилии, отчества. Тут вот написано просто «Хочу быть счастливой». Хочу быть счастливой. Света Васильева Александровна. Это вы? Ну, я думаю, что коробка конфет поможет вам стать чуточку счастливее. Спасибо. Новокрещенного НВ. Вы здесь? Пожалуйста, только инициалы, поэтому комиссия билет вам. Спасибо огромное за помощь. Вращаем барабан. Один билет, одна соковыжималка, один победитель. Ну, наконец-то, мужчина.
Климов Александр Сергеевич. Обладатель прекрасной соковыжималки. О, а вам моя очередная помощница на память сувенир от Донецкой государственной филармонии. Флаг нашей республики и флаг Донецкой государственной академической филармонии. Ну что ж, дорогие друзья, мои чистого сердца поздравляю победителя Ланга Клава Гриня. Инвидная просьба по всем, кто сегодня стал обладателем коробки конфет или же сувениров от Донецкой государственной академической филармонии, но они в обязательном порядке отвозят главного приза, собраться вместе возле комиссии для общей фотографии. Но мы поздравляем победителей конкурса, благодарим всех участников, зрителей.